Здарова, пацанчики и девчули, да, добро пожаловать ко мне на канал. Добро пожаловать в созданную мною игрушку, да. Да. Вот она, вы ее сейчас видите на своих экранах. Не знаю, с чего вы смотрите, может, с компьютера, планшета, телефона, может быть, с калькулятора. Да. Но вот, в этой игрушке... Вы играете за соседа, нашего любимого, многоуважаемого соседа, да? Вот он, сосед, поверти сальтуху. Да, вот, все, он повертел сальтуху, он такой довольный. Да, я, конечно, хотел сделать игру 16 на 9, а не 9 на 16, но 16 на 9 я не умею делать игры, поэтому сделал 9 на 16. Да, поэтому пришлось. Итак... В этой игре соседом это вообще мультиплеерная игра. Вы можете здесь играть в шестером. Да, в шестером. Это круто. Это безусловно круто вообще. Вы можете друзей пригласить такие играть, играйте против друг друга. Во-первых, надо победить друг друга. Во-вторых, нужно здесь убить, побить. Ну, вы поняли, короче. Вот этих злых чувачков. Это один из злодеев. Как раз за него мы играем в Hello Neighbor. Да. И есть злые бабки. Бабули такие. Которые, они вообще дерзкие, так что к ним просто так уже не подходите. Так что время у них лучше не спрашивать, да. Они тут крутятся, вертятся, вас бьют. Пинают вообще, отбивают как хотят. Между собой дерутся. Так что, пацаны, вы к ним аккуратнее относитесь, да, подходите с уважением, такой, здравствуйте, здравствуйте, мадам, как у вас прошел сегодняшний день? Она такая, ой, внучок, да сегодня хорошо все, пенсию принесли. Да, если так ответит, то вам свезло. У нее сегодня нормальное настроение, хорошее, такое отличное прям, да. И можете подходить спокойно. Итак, также здесь есть блоки, по которым мы ходим как раз. Есть сосед, есть Гренни и есть блок с моим аватаром. Есть сосед, есть Гренни, и вон еще такие желтенькие блоки, похожие на кости, да. Это обычные блоки, вы по ним ходите, все окей. Ну а также иногда на третьем левеле есть кое-какие уловочки. Да и на втором вроде, да, да, и на втором тоже есть. Так что будьте аккуратней. А от моего аватара вы можете так прыгать. Вот так вот круто, как на батуте, вообще круто, да? Так, ну все великолепно, великолепно. Так, цель в этой игры, как я понимаю, это... Так, прыгни, пожалуйста. Это победить, во-первых, всех злодеев. Все, ты побежден. Побеждать вам надо будет их, кидая в них капканы, наши любимые, да. Сосед очень любит свои капканы, и поэтому ими во всех пуляется. Ну, вы знаете, кто играл в Hello Neighbor и кто смотрел видео на моем канале, все знают его вообще. Да. Итак, вот вы 7 злодеев побеждаете. И между друзьями еще деретесь, если, конечно, у вас есть друзья в этой игре, то есть вы их пригласили. Итак, точно не помню, сколько надо победить героев. Сейчас посмотрим, давайте просто будем... Да, и когда вас убивают либо злодей, либо ваш дружбан, что намного вероятнее, то от вас остаются такие прекрасные, пышные, красивые усы, да. Который вы потом можете забрать. Итак. Не знаю, видимо, я коснулся курсов. Да, без разницы. Короче, в чем смысл игры, вы сами должны понять, да? Не буду сейчас закрывать этот секрет. Всего здесь 3 уровня. Если хотите, чтобы я добавил, например, до 5 уровней, тогда ставите сейчас лайк прямо, да? И сразу же, сори за квадратное видео. Ну, вы понимаете, что иногда бывает такое... Блин. Так, второй левел я не буду что здесь показывать, что здесь находится, только покажу, что здесь куча соседов таких. Да. Итак. Ну, в принципе, можете идти играть прямо сейчас.
Для того, чтобы играть в, сыграть в эту прекрасную, великолепную такую игрушечку, вам надо будет скачать приложение SketchNation. Ссылочку я оставлю в описании. Туда заходите. Сейчас покажу. Cute. Да. Чао. Так, это мои... Так, вот, нажимаете на Search. Я сейчас без интернета снимаю. Сюда вводите Hello Neighbor by Creoric. Вот. И вам высветится игрушечка. Она, по-моему, там одна. Да. И вы сможете сыграть со мной. Для того, чтобы сыграть со мной, вам надо будет зайти в Discord мою группу и написать: погнали в твою игрушку сыграем. Я с удовольствием такой: ну погнали, а чё бы нет? И все, и мы сыграем отлично, да? Можете друзей туда приглашать вообще без проблем. Вшестером вы можете играть на тех картах. Всего 3 карты. Да. Ну что же еще могу сказать? Все, играйте в мою игрушку, не забывайте про нее. Если хотите, чтобы я улучшал ежедневно, то ставьте прямо сейчас лайк. Да. Пишите коммент и вопросик, который вас интересует. Да, потому что я скоро хочу устроить ответ на вопросы в видео, да. Ну что же, лайкайте этот видос, лайкайте предыдущие видосы. Да. Подписывайтесь, если еще не подписаны, это обязательно вообще. Да. Ну, вроде все сказал. Давайте, пацаны, чао. Чао. Ну, играйте, не забывайте про мою игрушку, да. Ну, вы поняли, да. И надеюсь, что скоро у меня наберется на канале 500 подписчиков. Я на это очень-очень-очень-очень сильно надеюсь. И тогда я устрою конкурс. Да, конкурс с призами, да, обязательно с призами, да. Ну все, все сказал, ставьте лайки, пишите комменты, пишите вопросы в комменты, подписывайтесь, ну а все, а я пошел. Да, я пошел. Чао! Итак, ну а вот они, ваши комментарии, 4 штуки, как обычно. Они очень большие, ну точнее не все 4, 2 из них, они просто огромные по содержанию, по тексту вообще. Вы красавчики, что пишете такие большие комментарии. Итак, и давайте поддержим Руслана, потому что он так-то красавчик, и он почему-то решил забросить все это дело. Все, давайте просто поддержим его. Ну, в принципе, все, видос закончился. Чао.